Если взять телевизор как основу своего образования, то это, конечно, будешь больным человеком. Вот взять этого доктора Малахова по первому программе, что раньше таких просто на костре сжигали там на Западе, а здесь, пожалуйста, он всякую такую ерунду говорит, что просто даже невозможно. Ну, совершенно это просто для болящих таких, ну, я имею в виду на голову. Вот. Но тем первый канал государственный, что творится? Понимаете? То есть мы уже действительно очень близко.